Блогер Humanoid сообщил, что травмпункт больницы Семашко закрыт на ремонт. Теперь пациентов принимают в хирургическом корпусе, вход с обратной стороны здания. Однако, по словам автора, подъехать туда нельзя. Путь до входа составляет 150 метров и покрыт гололедом. Если вы привезете туда человека с травмой ноги, то ему придется прыгать на одной ноге до самого входа. Я несколько раз подскользнулся и чуть не упал по пути от машины и обратно, добавляет блогер. Блогер Владимир Сверкалов опубликовал потрясающие виды Самары в иллюстрациях художницы Евгении Тарасовой. На сюрреалистических картинках угадываются Самарская набережная, железнодорожный вокзал, католический костел. Не хватает только мультика про Самару, пишет автор. Очень бы хотелось иметь такой.